Всем доброго утра! Наконец-то у нас погода налаживается. Хотела вам заснять красоту моря. Сегодня будет солнечный, хороший день. Посмотрите, какая красота! Мы едем в садик, и по дороге, когда видишь такую красоту, хочется обязательно остановиться и снять. Смотрите, какие красивые облака! И море сегодня спокойное. Красивый Эмин? Да. Очень красиво, конечно. Конечно же. Даже можно купаться. Нет, купаться нельзя, холодно. Ну все, и Мишку отвела со слезами на глазах. Цветочки красивые здесь. А вам хочу пожелать хорошего настроения, хорошего дня, не болеть, всем здоровья, быть на позитиве. Видите, какие красивые цветочки. Птички поют. Сразу чувствуется, что погода хорошая. Этот пес уникальный, соседский. Как только открывается дверь, он прорывается. Мы его даже порой не пускаем к нам во двор, потому что кошки его боятся. Он прорывается к нам любым путем, потому что знает, просто так он отсюда не выйдет. Обязательно какое-то лакомство мы его угостим лакомством, и потом только выводим отсюда со двора. А так он не выходит. В общем, прорывается и счастливый виляет мне хвостом. Топ! Мячик его зовут. Топуш. Переводится топ как мячик. Иди сюда, топуш. Ну вот, ждет. Сейчас я ему что-нибудь дам, угощу и выведу их. Сейчас. Сейчас. На. О, колбаски. На. Ой. Ой. Ничего, пусть соберет. Приготовили пельмени, которые купили, я вам показывала. Вот получился такой наваристый супчик. Мы их готовим никак и кушаем никак. Надо есть пельмени немножко по-другому. Мы добавляем куркуму, добавляем больше водички и едим его как супчик, их, эти пельмешки. А вообще принято пельмени есть со сметанкой и без водички. Но кто как любит. Мы сделали с куркумой, отварили их, добавили сюда мяты. И пельмени нам понравились. Иркутские назывались они. В пачке было 900 грамм, почти килограмм, стоили 9 манатов. Меня подписчица попросила ответить на вопрос, сказать, пельмени хорошие или нет. Да, нам пельмени понравились. Купили мы их в маркете «Браво». Это только появились, они до этого их не было. Были другого, были сибирские какие-то пельмени. А вот именно они мне и на вид понравились. Так что вот, вы просили, я оставила свой отзыв.